Процесс, который вы называете духовным, не имеет ничего общего с психологическим процессом. Ваша память здесь не участвует. Это жизненный, экзистенциальный процесс. Он происходит только, когда вы позволяете себе быть просто частью жизни, которой и являетесь. В ашраме мы делаем много всего для этого. Вы могли видеть людей, носящих такие оранжевые карточки. Видели такой знак молчания? Просто замолчите. Потому что закрыть рот — это только полдела. Стать молчанием можно только тогда, когда вы не слишком много думаете о себе. Если вы что-то возомнили о себе, если вы думаете «я умный», то как вы можете замолчать? Скажите, если вы думаете «я умный», как вы можете замолчать? Если вы осознаете, что на самом деле глупы, и вы ничего не знаете в этом мироздании, тогда... Не так ли? Тогда вы сможете просто смотреть на жизнь с огромным чувством удивления, без единой мысли, возникающей в вашем уме. Если вы считаете себя умным во всем, у вас в голове крутятся объяснения, расчеты и прочая ерунда. При виде одной вещи в голове проносится тысяча мыслей, не так ли? Даже здесь, на этом сатсанге, у вас нет абсолютной тишины. Вы соглашаетесь или не соглашаетесь со мной, комментируете что-то внутри себя, оцениваете одежду рядом сидящего, хваля ее или не одобряя. Столько мыслей в вашей голове. Разве не так? Как только вы думаете, что ваши мысли имеют какую-то ценность, вы уже не можете их остановить. Нет способа остановить это. Это будет продолжаться. Когда вы увидите, что в вашем мыслительном процессе нет абсолютно никакой жизненной ценности, что это просто воспроизведение памяти, повторение все той же старой чепухи. Но если вы восхищены и очарованы этой переработкой, и думаете, что это здорово, вы не сможете это остановить. Увидев шаблонность происходящего и глупость этого процесса, вы постепенно отдалитесь, и это разрушится. Без вашего внимания это не сможет продолжаться.